Люди, я вам сейчас скажу вообще простое лекарство от мигрени. И она у меня была, эта мигрень, я знаю, что это такое. Мигрень, вот я не врач, вообще высшего образования нет, но я знаю, как она образуется. Образуется она прямым путем. Когда у вас сильные стрессы, когда вы внутренне делаете напряжение, у вас вся энергетика идет в голову, короче, понимаете? Она у вас не выплескивается, у вас повреждает. Короче, это связано вообще с кровообращением, короче, черепного там это и так далее, что головы, да, сосуды и тогда сюда. Вот знаете, есть такое выражение, кровь, короче, сворачивается. Кровь сворачивается, нервные стрессы, что, короче, у вас как там, как пробка в голове. И у вас голова начинает болеть, вы не можете быть на солнце, вам плохо. У меня была мигрень. Понимаете? Это ужасное состояние. Лекарство очень простое. Оно называется теофедрин. Понимаете? Я вам клянусь. И то, что вы будете интересоваться у врачей, поверьте мне, даже от СПИДа нашли лекарство, как Медведев говорил в 2010 году в подорожнике ученые за Урале. Понимаете меня? Вам не дают лекарства, потому что мигрень, от нее люди страдают. Мигрень была у множества великих людей, включая меня, понимаете? Что такое тиэфедрин? Я сейчас вам объясню. Тиэфедрин, он ускоряет кровообращение. Он расширяет зрачки, то есть он открывает, расширяет поры, понимаете, сосуды и учащает сердцебиение, ваше дыхание, понимаете, у вас чистое легкое дыхание, у вас прилив энергетики, прилива энергетики у мигрени нет, там слабость, вялость, раздражение, потому что вам постоянно как бы боль такая негатив на голову, кап, вам будут выписывать препараты, а надо думать, почему неизлечимо. Им, видимо, невыгодно, они хотят, чтобы люди страдали. Вот это видео разгоните всем, понимаете, потому что я вам клянусь, это правда. Как у вас будет происходить действие при тиэфедрине? Для начала, при первом приеме тиэфедрина, то есть дозу такую надо, понимаете, не минимальную, такую, знаете, максимальную дозу, но чтобы вам как бы не поплохело, понимаете. У вас будет выброс пота, у вас будет кровообращение быстро, у вас будут даже раны быстро заживать, у вас как бы организм будет изнашиваться. То есть, знаете, вот как вот петарда, вот эта хлопушка новогодняя, она бах, короче, понимаете, быстро все, и вы, оно, и у вас один прием, второй. Вы за мигрень, она у вас пропадет при первом приеме тиэфедрин. Тиэфедрин, понимаете? У вас, конечно, не будет сна и так далее, короче. Но тиэфедрин очень сложно найти. Он типа для астматиков. И раньше, помните, продавался такой, ну это, салутан от кашля. Из него выгоняли тиэфедрин, понимаете? Вот. Смысл в чем? У вас за первый прием вы мигрень, у вас сразу же, она, вы ее забудете, пока препарат действует. Но этот препарат, он будет вам один прием препарата, будет вам давать на 2-3 недели отброс от мигрени, понимаете? И потом вы принимаете, допустим, полгода, год. А реально, если вам, конечно, она остается мигрень. Оно, то есть, вот это вот головокружение, ты ходишь как в скафандре, да, вот как по луне ходят, мигрень у кого, они как в скафандре, их пошатывают, потому что голова, она контролирует все тело. У меня нет высшего образования, но я вам говорю, клянусь правду. И вот эти вот врачи, которые вас отправляют, там пентальгин, чуть ли не пентагон, им нужны ваши деньги, им не нужна ваша боль, поверьте мне, понимаете? И лекарства есть вообще от всего и так далее, даже можно жить там это и так далее, понимаете? Они не хотят вам давать лекарства, понимаете? Вот в чем, вот это да, это правда. И вы никому ничего не предъявите, Россия сама себе не принадлежит, комитет 300, оно знаете, куда все это уходит? Все под кем, вся фармацевтика. И в итоге, короче, грубо говоря, попринимайте так неделю-две тиэфедрин. Не знаю, где вы его найдете, по крайней мере, он по рецепту должен продаваться. Понимаете? Но как вы его купите? Только по великому блату тиэфедрин. Даже поинтересуйтесь у химиков, которые перегоняли из препарата, который назывался Салутан. Понимаете? Это тот же самый допинг.
допинг, понимаете? И в итоге вы месяц попринимаете эти эфедрин, и в итоге вам надо будет принимать, чтобы не страдать мигренью, поддерживать хорошую свою атмосферу раз в 3 месяца. 2, 3, 4 приема раз в 3 месяца, понимаете? Вот так вот. И вы забудете, что такое мигрень. Вся мигрень, она от головоломок, короче, от нагрузки, понимаете, психология, выброс, понимаете, стрессы нервные, сотрясение мозга. Ну, сотрясение мозга тебя бьют, к чему приводит, а к крику, правильно, стресс, понимаете? Я вам клянусь, это правда. Мне просто вот жена говорит, у меня, говорит, сестра болеет мигренью. Я говорю, дай, говорю, телефон, а она не верит. Так вот, понимаете, смысл-то, если вам говорят, понимаете, люди, разгоните это видео, я не буду, это правда, у меня была мигрень, я страдал мигренью, это ужасное состояние. Это ты подобен вообще какому-то, я не знаю, это хуже, чем температура, короче, это вообще ужасно, на солнце невозможно. И ты ходишь, смотришь постоянно, короче, вниз, но препараты вам будут помогать, они же стоят дорого, им этого и надо. И вообще, понимаете, даже дело, мне кажется, не в препаратах. Почему-то хотят, не хотят людей избавлять от мигрени. Вот так вот. Разгоните это видео всем, и люди забудут про мигрень. Даже если они будут сопротивляться, найдите подобные тиэфедрину, вот этому препарату и вещества, понимаете? И все, ваша мигрень испарится. Вот так вот. Она была у многих, у великих людей. Вот так вот.